В связи с репетицией движения транспорта по маршруту прохождения колонн ограничено. Перекрыты улицы Нижние Мневники, Народного ополчения, до Звенигородского шоссе Красная Пресня, Баррикадная, Садово-Кудринская и Тверская, а также Триумфальная, Болотная и Боровицкая площади. Изменения и в режиме работы станции метро, площадь Революции, Охотный ряд, Театральная, Александровский сад, Боровицкая, библиотека имени Ленина работают только на вход. Ограничен выход со станции Пушкинская, Тверская, Чеховская, Маяковская, Лубянка и Китай-город.